Сюжет сериала – мылодрама. По сюжету самой злой комедии не очень молодой и не слишком умный автозаправщик Владислав неожиданно для себя становится генеральным директором небольшого телевизионного канала. На совете аукционеров было решено провернуть выгодную схему, чтобы рейтинг канала упал, а вместе с ним и акции. Потом владельцы канала собирались по дешевке скупить оставшиеся акции, но для этого нужно было показывать в эфире откровенную ерунду, чтобы зрители отказывались ее смотреть. А справиться с этим сможет только такой недотепа, способный создать настоящий хаос и все развалить, как служащий заправки, оставшийся без работы после того, как случайно взорвал чужую машину у бензоколонки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следите за всеми новинками киноиндустрии вместе с нами.